очередные мои покупочки и подарочки от Пандоры. Поскольку я являюсь постоянным клиентом в Пандоре и купила там уже очень много всего, то мне дали в подарок вот такую шкатулку. Начнем с подарков. Это шкатулка из натуральной кожи для хранения изделий от Пандора. И вот такую вот красивую чашку. Она идет керамическая. Здесь вот такая вот силиконовая штучка. И можно сюда заливать кофе, чай, все что угодно, закрывать и брать с собой. И, кстати, вот эта силиконовая штучка тоже снимается. И там такая просто чашка. В общем, отличный вариант. Все, как всегда, круто, в стиле Пандора. Мне очень нравится. У меня от Пандоры уже в подарок мне вручали зеркальца. Что еще? Ну вот, выбрала я вот эту шкатулку в подарок и вот эту чашечку. И также там еще есть зонтики, ну не знаю, зонтиками я в принципе практически не пользуюсь. У меня есть классный зонт от Victoria's Secret, поэтому не знаю даже, что выбрать мне на следующую свою покупку. Но вообще очень красивая кружка, мне кажется, потрясающий такой дизайн, очень стильная, нежная, женственная. Я осталась просто в восторге. И хочу вам показать саму шкатулочку, вот так вот она выглядит, натуральная кожа. Все очень дорого, здорово сделано. Такая она, знаете, достаточно большая. Сюда вместе очень много украшений. И вот так вот она выглядит внутри. Здесь такое большое-большое зеркало Пандора с логотипом Пандоры. И также вот тут очень много разных мест для хранения Пандоры. Закрыла зеркало, чтобы мне было удобнее рассказывать. И, значит, здесь находятся в шкатулочке вот такие вот палочки. На эти палочки вы нанизываете свои шармики, например, относили летнюю коллекцию, повесили морскую, потому что началась осень, или, например, зимнюю коллекцию здесь храните, потом пришла зима, можно снимать. В общем, очень здорово. Так, сейчас немножко сфокусируется камера. Здесь 4 отделения для сережек, можно, в принципе, тут какие-то браслетики. Здесь отделение для самого браслета, который у меня уже здесь лежит мой. И здесь отделение для колец. В общем, очень-очень красиво все. И сейчас вам покажу вот поближе мой браслетик. Он уже тут лежит с новыми шармами, которые я заказала. Вот так вот выглядит мой браслет. Здесь у меня клубный шарм. Здесь у меня маленький медвежонок с розовым бантиком. Далее вот такой вот из муранского стекла, но он такой совсем маленький. Орхидейка, примула с фианитами. Вот такое сердце, сердце принцессы оно называется. Вот так оно выглядит. Оно с гравировкой сзади, сзади принцесса написано. Вот это, кстати, там тоже фирменный логотип Пандоры сзади. Дальше вот это мой новый шарм, который я приобрела. Это такие сердечки, цветочки. Вот такие розовенькие, очень красивые, милые, женственные. Дальше приобрела вот такой вот подарочек. Тоже очень прикольно, как классно он смотрится, такой очень женственный. Дальше обычные вот такие ажурные сердечки. Неплохо тоже смотрится. Дальше вот этот шармик, это у нас корона. Очень, кстати, давно я хотела эту корону. Ну вот сейчас как раз ее приобрела, очень-очень осталась рада. Дальше шарм из муранского стекла, красный. Я очень хотела себе на браслет что-то красное, потому что с приходом скоро будет осень. Я осенью очень люблю носить какие-то красные аксессуары. У меня есть сумка Louis Vuitton красная, поэтому мне нужно было взять какой-то акцент. То есть не только розовые шармы на моем браслете, но и какие-то красные акценты. В общем, взяла вот этот из муранского стекла. И последний шарм
это яблоко. Вот так вот оно выглядит полностью, все в красных вот таких вот фианитах. Очень классно, здорово, дорого смотрится. Вообще мне очень-очень оно понравилось. Я еще его видела самый первый раз, когда я брала свои первые шармы, но я выбирала между вот этим яблочком и вот этой примулой, и все-таки сделала выбор в пользу примулы, потому что было лето. Сейчас уже как-то это заканчивается, да, поэтому решила обязательно взять такие вот красные шармики. В общем, потрясающе, очень мне понравилась новая комплектация моего браслета. Все шармы выглядят просто потрясающе. Очень здорово, очень красиво. И, конечно же, также положили мне вот этот большой каталог, тряпочку для очистки изделий серебра, то есть наших шармиков, и сертификат с печатью магазина, где приобретались для меня вот эти вот шармики.